Сразу предупреждаю, что если кто-то хочет увидеть детальный разбор по нотам аромата или общупывание тряпочек, вертение, вращание перед зеркалом, нет, будет ржачно, но будет не это-то. Так, всем привет! Снова съемки с ассистентом. Да, спасибо. Да, вот так вот покажем. Бонус за заказ. Да, 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 да. И что мне с этим теперь делать? Мне это съесть или как? Да. А, ты сводчик хочешь снять? Так, подвинься. Давай. Так, палетка Glam Team. Цвет палетка для теней и бровей. Так, дай артикул 5738. Так, надо, видишь, наклейку отодрать. А весь заказ мы не будем показывать. По 10-му каталогу, собственно, я заказала свой любимый аромат. Благо, на него скидка. Да, давай, только аккуратно. Эй, не ковыряй ногтями, ты что? Так. Так. Освещение у нас искусственное, но близко к естественному. Как я люблю вот такой цвет, слушайте. Так, и вот этот. О, слушайте. Для нюдовых макияжей за 300 рублей... Бонус за заказ просто великолепный. Не ковыряет, она мне очень нравится. Прям все собрание моих цветов как надо. Да-да-да. Да. Ай, все, не ковыряй. Все, хватит. Вот такие, давай тебе полоску нарисую. Давай вот тут тебе нарисуем. Вот еще нарисуем. Кстати, можно было и похолоднее. Вот. Вот тебе нарисовали. Да, можно было и похолоднее, но тоже... Вполне себе очень здорово. Давай покажем, что еще я набрала. Давай. Что еще набрала? Собственно, мой любимый аромат. Замок на Луаре. Очень-очень для меня аромат такого лета в разгаре. Лето в цвету. Когда вот и духота, и разнотравие. Да все уже, вот мы сделали сводчик. Все, хватит. Вов, спрячь под подушку, чтобы она не видела. Так, у меня там второй ассистент тоже за кадром, вся семья в сборе. В общем, сейчас активно снова и пользуюсь. И решила взять себе в заказ. То ли не обращала внимания, то ли наконец сделали на него скидку 55%. Вышло мне совсем недорого. Так, ставьте паузу. Собственно, не знаю даже, показывать или нет. Будет видео короткое, как пуля. Две водолазочки с коротким рукавом, одна с длинным и брюки. Надо все мерить, ничего еще не распаковывала. Ай-яй-яй. Шмотки ехали отдельным, совершенно спонтанным заказом. Вот увидела оповещение в группе о распродаже шматья, полезла посмотреть и поняла, что все-таки надо что-то прикупить новенькое в деловом стиле. Вот эти брюки, думала, одену и верну. Нет, не ошиблась, взяв 50-й размер. Если вдруг резко похудею, то можно будет сделать выточку в талии, и прекрасный классический фасон будет на мне хорошо держаться. Ну, сейчас и полтинник не болтается. Кстати, в конце видеоряда там сверху лежала водолазочка из серии бурматиков. Ее я уже вернула, она оказалась совершенно неносибельно, чудовищно прозрачная. У водолазок от Faberlic отдельная команда поклонниц, и, если честно, не очень понимаю, откуда такие восторги, почему и как, потому что, ну, водолазки, по-моему, самые обычные, тонкий, приятный трикотаж. Вот там можете почитать, что из чего сделано. Взяла, чтобы попробовать и М-ку, и Л-ку. И что могу сказать? Вот что М-ка, что Л-ка светятся. Обе оставила себе, так как при грамотном подборе белья не будет это большой проблемы. А вам немножко летних цветов, больше солнца, позитива, креатива в жизни. Надеюсь, посмеялись, в каких условиях у меня проходят съемки. Всех люблю, всем пока!